Итак, всем привет, с вами Сусанин. Сегодня мы будем начинать открывать новый виток истории. Это будут короткие видео о полезных вещах. Значит, на базе вот этого Ford Fiesta я вам покажу, как можно завести машину на автомате или на роботе, плюс-минус одинаково, и поехать. Первое, что вы делаете, находите ключи, открываете машину, подходите, открываете сначала ключом, потом дверь. Берете ключ, вставляете в замок замочной скважины или старт-стоп, если у вас кнопка есть. Но перед этим, садясь за руль автомата или робота, левую ногу ставите на подножку и забываете о ней. Правую в момент завода ставите на тормоз. Нажали тормоз. Дальше что вы делаете? Вставляете ключ, проворачиваете. Завели машину. Машина завелась. Прекрасно. Все хорошо. Показывает, что багажник открыт, поэтому не обращаем внимания на этот светодиодик. Так, это у нас тормозной ручник. Ручник всегда затягивайте. Если вы приехали, не затянули ручник, то вы должны сразу затянуть ручник. Затянули, поставили коробку на правильную передачу. Так, после этого что вы делаете? Не отпуская педаль тормоза. Во-первых, ждете немного, чтобы прогрелась коробка. Вот сейчас обороты падут. Сейчас тепло, там где-то 5 градусов. 9. Уже 9 градусов. Обороты чуть-чуть упали, ну, можно еще, ждем чуть-чуть еще, ну, грубо говоря, там, 2 минут, 5 минут, я всегда хожу, протираю зеркала, видим, да, какие зеркала, фары, и можно там еще протереть, не знаю, там, побрызгать лобовое, если вы не курите, то заняться можно чем-нибудь, потанцевать вокруг машины. Так, вот обороты у нас, ну, обороты, допустим, снизились до 800. После этого что вы делаете? Не отпуская педаль тормоза, дергаете ручник, поднимаете вверх чуть-чуть, приподнимаете, нажали. Если вы не будете приподнимать, то кнопочка не нажмется. Чуть-чуть приподняли, нажали и опустили. Все, машина снялась с ручника. После этого вот у каждой коробки по-разному, поэтому смотрим. Здесь вот такой рычажок есть. Нажали. После этого переключаете на нужную вам передачу. Переключили, допустим, на драйв. Смотрим. Отпускаем педаль. Просто отпускаем педаль. И смотрим, машина едет. Не, она не едет, она в горку стоит. Потом она не покатится. На коробке робот она, в принципе, может и не покатиться. На прямом участке дороги. Если вы едете под горку, стоите, она просто не откатится назад. Но в роботе может и откатиться, поэтому будьте аккуратны. Если у вас автомат, то вообще никаких проблем не будет. То есть машина у вас будет четко стоять под горку и никуда не откатится. Все, первое видео по включению машины, зажигания и заводки двигателя считаю закрытым. Дальше будет больше. Все, всем пока-пока и удачи на дорогах. Мирного всем неба. С вами был Сусанин.